жизни. Научиться учиться. И мы, родители, обещаем вам, что мы ваших маленьких детей, которые вы отдаете в наши руки, обязательно научим всему, что умеем сами. И главное, что они как раз и есть то самое будущее России, про которое сегодня говорит президент. Дорогие мои первоклассники, мы очень долго ждали и наконец дождались, что вы пришли к нам в школу. Вас 134. Мы надеемся, что когда вы будете заканчивать школу, вас столько же и останется. И все вы будете учиться в нашей 9-й школе только на 5-ке, ну и чуть-чуть на 4-ке. Согласны со мной?
Нарисую мелом, напишу, ухожу. Два сценария одной судьбы, разный взгляд и цвет одной игры. Не забудем мы, что ты была, не вернешься к нам ты никогда. Помните, писали нам в открытках, двери здесь для вас всегда открыты. Не пиши ты. Обложки, переснять все сцены, диалоги, из сюжета вычеркнуть так много. Этот день наш детство все уносит, про испуг сейчас никто не спросит. Это получилось не случайно, мы будем вместе, это наша тайна.